Всех приветствуем на нашем канале, это рубрика «Мужская кухня». Сегодня хочу с вами поделиться рецептом, как приготовить у себя на кухне очень вкусный майонез из натуральных продуктов. Готовится несложно, за одну минуту, а получается, как всегда, очень быстро, вкусно и полезно. Для приготовления натурального жирного майонеза я буду использовать рафинированное растительное масло, около полулитра, 2 куриных яйца комнатной температуры, столовый уксус 9%, 2 столовых ложки, гималайская соль, розовая чайная ложка и чайная ложка острой горчицы. Также понадобится блендер. Сейчас я буду смешивать все компоненты. В это время не забудьте подписаться, кто не подписался, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приятного просмотра. Куриные яйца отправляю в глубокую емкость, отправляю сюда уксус, отправляю соль и горчицу. Добавляю 50 грамм растительного масла, не больше. Беру блендер и короткими включениями необходимо создать первую эмульсию. Добавляю растительное масло. Первая эмульсия создана. Показываю вам специально два этапа, чтобы вы понимали, какую эмульсию необходимо достичь. Вот такая вот она должна быть, как молоко. Это можно делать сразу в одной емкости, но я это разделил на два этапа, чтобы показать вам эмульсию. Потому что в глубокой емкости не так будет видно. Отправляю в глубокую емкость теперь. Эмульсия в данный момент очень жидкая. Отправляю сюда опять блендер. И мелкой струйкой добавляю масло, взбиваю. Буквально через 10 секунд мы видим, что она уже вот густая. Добиваемся очень большой густоты. Это будет, значит, где-то около 65-70% жирности. Все зависит от того, сколько добавите растительного масла. Вот такая густота уже. Мне необходимо еще больше жирности. В результате у меня ушло где-то 400 грамм уже растительного масла. Густота достигнута, вот мы видим, очень густой и вкусный майонез. Итак, друзья, очень густой, жирный и полезный майонез готов. Такая жирность у него около 60-70%. Рекомендую приготовить этот майонез и наслаждаться натуральным вкусом. Этот майонез хранится в холодильнике в закрытой баночке около 7 дней. Итак, друзья, подводим итог. Вот такой получился очень жирный натуральный майонез за 1 минуту. Без какой-либо химии и каких-либо добавок. Рекомендую приготовить по этому рецепту. Вы больше не будете покупать этот соус в магазинах. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Кому это видео было полезно, ставьте пальцы вверх. Кто не подписался, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Живите вкусно и творите сами вкус своей жизни. До новых встреч, до новых видео. Пока. Пока.